Ну что, всем приветики. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня с Олегом и с человеком «Железная вульва» играем в Battlefield. Я слабый свинтер. Слабый свинтер. Слабый свитер. Слабый свитер. Вот. Я уже приконнектился на Андрея. Хотите хардкорный? Не надо, я помню, я до сих пор плачу после прошлой игры. Я помню, я плачу. Ну вот есть, не, одно место. Вот. Акула молот. Мы на Е. Давайте быстрее, пока я еще жив. Ну, бля, чувак. Никакие гарантии, тут танк по дороге. Андрей, я на Е. Андрей, спаси меня. Да, я уже умер, спасибо, ребята. Спасибо, что Паша пришел вовремя. Спасибо. Поминой, я сейчас приду. Спасибо большое. Поминой. Хорошо. Меня воскресили, поэтому Андрей. Я тебя жду. А, вы же взорвали танк. У нас позабирали все точки, Андрей. Бля, тут летающий танк этот. А он велик. Тупо у него даже дуло не поворачивается. Без танка. Бля. А у тебя, Андрей, танк, без танка дуло поворачивается? У меня дуло не Андрей просто дуло поворачивается. Дуло поворотное. Андрей. Что ты хочешь? Тебя дуло скажи мне, Олег, скажи прямо. Ну давай. О, чувак тупо утопился. Сука. Ох. А, ты на F, Паш? Я ебу, я на был на F, да. Тебе нужно было просто перейти дорогу, чтобы попасть на Б. Ну я в пути. Я пытаюсь попасть. В пути. Я попасть в самолет из такой пушечки дурной. Ах ты, сука, почти попал. Чего, о, забанили кого-то, может я смогу сменить команду? Давай. Еее. Все, я теперь не против вас. Да. Теперь мы всосем. Я. Не, блядь, я не сменил. Ха! Вот. Дерьмо, я теперь опять без команды. Бескомандный. Ладно, мы сейчас еще соснем. Ай, ай, ай. Сука. Одно убил. Вон блядь. Еще там есть. Идите. Да идите дебил. В поезду, это я убежал. Это вы на машине? Отъезжай, Андрей, отъезжай. Вы на машине, как в гомике, да? Да, нас подорвали. Отлично. Потому что Андрей не может отъехать назад. Ну, слава богу, что... Блин, ты не туда, ты пулемётчик, должен смотреть. Да я так убил там, знаешь, человек 5, наверное. А вы меня не убили. Ты что, там выжил? Бля. Наша команда вышла. Наша команда вышла. Вышла из себя. Ну, мы нормально вас сделали. О, это та карта. О, это прикольно. А, нет, это типа увеличенная версия, наверное. Думаешь? У нас 48. Не, прикинь, такой маленький 48 человек бегать. Да. Давай. Ага, Андрей, уже я сейчас возьму сигнальную ракету и буду ебашить сигнальную ракету. Блядь, хотел сесть на мотоцикл, все разобрали. Стой, стой, Паша, стоять. Я сел на мотоцикл. Топишься. Давай, ты сел? Едь. Правильно, зайдите в океан. А где Олег? На квадроцикле. Он сзади, он едет. У нас как сафари в Турции где-то. Поиска на квадроциклах. Ну ладно, бля, тоже чужой. Давай, Андрей, забираем Е. Вон, чувак, чувак. Блядь, спасибо. Так, чувак, что, блядь, если я успел стоять с моток и убить его. Бля, спасибо. Ну, а он меня убил, поэтому... Ну, так ты должен был по сторонам смотреть, а я управлять. Класс! Блядь, я еще одного убил. О, еще один, сука. Я туда еду. Блядь. Я успел убить? Да. Есть! Вот это и клёво. Е на Е. О. Блядь, ещё не обосрался. Сейчас смешно уехал на квадроцикле. Ох ты, блин, что происходит? Я ничего не могу понять. Откуда кто-то стреляет? Бля, чувак, приехал на квадроцикле и сдох. Как дурно. А, нет. Андрей, надо вместе ходить. Блять, меня мотоцикл сбил. Чувак, вообще просто тупо двоих только что сбил. Меня чувак сбил на мотоцикле. Вот он. Бля, ну как пиздец. Дай криворуки. Били? У меня? Нет, не били. Блять, он меня убил, этот он сука тупая. Че, прикалывает? У него еще прикольная типа картинка, там где типа скелет с маленькими ручками и членом костяным. Это не член, это просто палочка. Блять, Андрей, ой, серьезно. Я его убил, блядь. Бля, вот это да, мне просто в голову прилетела ракета.
Можем сделать? Сука. Сзади, Паш. По жопе стреляют, по жопе. Больно. Ай, Андрей, почему? Андрей. Я только появляюсь и сразу вздыхаю. Ах ты, шут. Сука. За нами преследуют нас. Блядь, не убили. Давай, Лех, я к тебе сел, погнали. Погнали, сейчас мы съездим нормально. Давай, не убейся. Ты поехали же, боже. Где это, Лех, что ты делаешь? Да, ну, почему мы не едем? Погнали на F. Быстрее, Олег, нас убивают. Почему у нас нет вертолета? Там сверху, чувак. Че, я вылез. Давай, погнали. Сейчас я его убью. Нет, я его не убью, но я попытаюсь. Блядь. Ах ты, сука, ты его убил. Сзади. Сука, там пидорас лежит, короче. По нему гасят сверху. Вот на квадроцикле приехал чувак. А, все нормально. Его уже убили. Бля, спасибо, нет, не трогай меня. Не трогай меня. Все время сирена поднимается. Поднимается. С колен остается. Олег, тебя кто-то пытается убить из нашей команды. Надо. Ты кому-то не понравился. А, поехали. Где мой квадроцикл? Так подожди, я с тобой. Подожди, все, я с тобой. Погнали. Погнали. Блин, я только что... Там бомбардировщик ебашит. Блин, я нагрел. Бля, Олег так едет, что я не могу, ничего не вижу, не стреляю никто. Чувак, сзади чувак. Все, я тупо бог, погнали. Ой, там двое. Бежим, уезжали. Сейчас я выйду, попытаюсь их убить. Мне кажется, что у меня это не получится. Что там случилось? Я заворачивал на мотоцикле, видел две светящиеся вспышки. Блядский снайпер. Тупо два снайпера сидели. Там трое чуваков. Там четверо чуваков. А что это за буква? Это Е было. На Е? Погнали на Е вместе. На Е. Ах ты, сука, блядь, почему я появился и меня убивают? Ну, потому что ты появился. Я появился у нас на базе. Ты знаешь, что это за игра, да? Ты появляешься, тебя убивают. Как-то нечестно. Или на коды пошел. Бля, ну почему меня убили на моей базе? Смотри, что происходит. Олег, сзади. Что за хуйня? Почему меня убили на моей базе? На чужой базе убили. Андрей, ты же знаешь, что это за игра. Ты появляешься и начинаешь Ой, меня убили опять из этого. Отца сиськи кожура. Я сейчас на вертолете их заебашусь. Ну... Вот Андрей лицом. Я тебя постучал в дверь, по-моему. Мы их разъебашим вертолетом. Разъебашишь вертолет, скорее. Блять, я упал и всех нас убили. Реально, всех, кто летели в вертолете, погибли при падении. Ну, вернее, их расстреляли. Где они? Ну, понять, где плохие. А, вижу. Вот, то я его убил, Андрей. Ай, по мне стреляют, Андрей. По Олегу стреляют, по нам стреляют. Откуда? Он там сверху, чувак. Блять. Убил. Пидорас. Да там другой чувак. Там еще один сверху. Убил. Ты тупо гомик. Алло, прием. Прием, я тут. Прием. Допоевываться, пацаны. Да, мы тут живем еще немного. Так, вы на какой букве? Мы я не знаю, мы можем. На Г бежим. Ой, на F. Я на F. На F бежим. А мы бежим на F только. Я на F завоевываю. А мы бежим. Тебя. Мы сейчас тебе поможем. Давайте. Потому что мне уже страшно. Вон уже чувак появился. Мы тоже видим его. Вон все, я его убил. Давайте, будем как эти, как морские котики. Давайте. Он бежит, у меня чувак. Давайте контролировать друг друга. Да бейте, там снизу чувак бежит. Ему осталось 6 хп. Я вижу. 6 хп там. Я тебе говорю, он сейчас троих убьет. 6 хп у него осталось, Андрей. Там один снизу. Там еще за ним второй чувак появился. Андрей, не бегай так хаотично, я ничего не вижу. Все, флаг. Вон, вижу. Убил? Да, я убил его, он бросил гранату. Я убил его до второго. У него было непроизвольное выбрасывание гранаты. Так погнали дальше. Погнали, да, давай. Суки. Пока, Андрей. Погнали, ну да. Андрей, догоняй. Едьте, давай. Давай, Олег. Дальше. Блядь, чувак. Слабаки. Ну я одного убил. С вами не поехал. Да, Олег там приехал просто в камень. Давай на С. Блядь. Может на Г? Нам на Г ближе, Андрей. Я на С бил. Давай на Г, Андрей.
едем куда-нибудь. О, он ну, кто, спайк, кто знал, что так получится, Андрей? Все, 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 погнали. Так аккуратно, там, Андрей. Там стоп. Тут миномет стреляет. Где? Вот здесь. По нам? Так миномет это чувак? Но... Ну да, это чувак. Я но не вижу. Рядом здесь. Миномет только что уничтожил. Он... Вон он, вон он, вон он, чувак. Вижу, вижу, убил. Вижу к вам, с другой стороны я захожу. Аккуратно. Я давай флаг завоевывать. Спины захожу на гэ. Вертолет какой-то. А, это наш. Пафосно пролетел. О, как чувак десантировался круто. Он пафосно пролетел. Да, и пацан там просто выпрыгнул такое. Очень прикольно. Машина противника. Ах ты, блядь, там кто-то стреляет. Убивай его. Я сквозь огонь его убил. Да они с F бегут, с F. Я понял, Андрей. Я... Давайте на F. Так вы С завоевали? Да. Давайте на F. Погнали. Бежали толпой. Так я вдалеко как-то, чтобы бежать пешком. А, нормально. Вертолет наш уже там. Да, он уже там разбирается со всеми. Уже по нам стреляют. По нам стреляют. Да не, там штурм не норм забирает. Он, чувак. Чё там, чё там? Бежим, бежим. Вон, за контейнерами. Блядь, ты сдох. Сдох. Мёртв? Да-да. Вон еще один. Где? За что за контейнером? Вот там, где взорвалась. Да, да, да. Ну там его обошли. Да, все, лежит. Все, завоевали, завоевали. Наконец-то мы научились играть. У нас мы почти уже соснули, но научились играть. Бежим на Е, бежим, бежим. Потеряли целя. Там снайпера в этой пизде. Ой-ой-ой, там что-то нормально чувака гасит. Он даже закричал. Закричал. Вон машинка. Да, 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 сейчас сдохнет. Он застрял, лох. Нет, всё. Застрял. Он сдох. Только это не я его убил, хотя я помогал. Но... Погнали. А там сверху, чувак. Бля. Все, отлично. Вылетел убили? Бомбардировщик. Да, убили. Отлично. Там сверху еще, по-моему, был. Бежал к нам. Не знаю, пока вроде не стреляет. Где вы? F забираем. А, вон. А, блядь, он сдох уже. Ого, там нормальный снизу, Олег. Да? Да, там снизу бля, очень много. Пиздец. Ага, вижу, нихуя себе. Мы выиграли. Еее, мы только что всасывали, это нормально было. Да, мы научились. Вняли уроки прошлого. Гулинские пики. Я на 14-м. О, я 14 убил, нормально, я отыгрался. Ты на 14-м и убил 14. Да. Ты же поебик.